Всем привет! А, это поместье, Мауки, мы здесь были. Жет, а я не помню бегал. Такое. Короче, Влада, смотри, бегать не надо. Совсем? Ну. О, привет. Я что-то не понял, и чё? Чё и чё? Ну, у меня... Ходите пешком. У меня выставлено приседать на кнопку мыши, но я не приседаю. Так, где приседать на Ctrl. Да я знаю, что на Ctrl. Я хочу на кнопку мыши, мне так удобнее. А, вон генератор. У нас этот вон. Владин любимый. Кто? Кинжал он. А чё, как? Он побежал наверх, он, в этот главное здание. За Дэвидом Кингом. И уже настучал ему. А, трюкач? Угу. Вон они там носятся. Я сейчас пока побежим. Генератор. Нет, не побежим, они наверху. Бежим. У меня половина где-то. Ай-яй-яй, что за меня-то? Что за меня-то, блядь? Ёпта. Блин, ну как так-то? Да пиздец, просто от него съебаться. Вот это да, блядь, вот это, понимаю. От трюкача? Да-да, хер убежишь. Ножиками сами кидают. Давай, мне чуть-чуть еще осталось. Там не снимайся, виси просто и все. Вишу. Все, я один сделал. Хорошо. О, еще один сделали, ничего себе. Может, чувака спасти? Ну, можешь попробовать, но мне кажется, он там я король. Я рядом с ним сейчас, где-то тут. Бля, я шифан, к тебе пойдет крюку к этому. А, крюк сломанный. Но он в твою сторону, да, отойди, уходи, куда прячешься. Как крюк сломанный у тебя, балбесина ты. Ага. А нет, что, не сломанный, он уже починился, да. А, он сам чинится. Чиню еще один. Чини генератор. Да ёб твою мать, ну как так-то, ну... О, здесь уже кто-то висел, я помню. Так, у меня половина генератора сделана. Он через верхнее здание пошел к вам. Идет к кому там, кто там бегает. Кто сейчас бежит. Есть. Ёб твою мать. Влада, спаси меня. Иду. Ты зря бежала. А? Не бегай. Я стараюсь. Тебя надо лечить? Надо. Подожди. Бля, я там сломал крюк. Что-то быстро не установил. Все, вылечило? Да. Что-то у него, наверное, какой-нибудь этот тотем есть, Колян. Лить бы его тотем еще. Возле того, где мы с тобой двигатель чинили. Есть один, я не успел сломать. А кто висит? Ты висишь? Убить вас висит. Бля. Я к нему иду. Все нормально. Все хорошо. Ой. Я пойду пока. Ну давай повесь. Точно. Очистить тотем. Тебя сняли? Очищай. Блин, я только что сломал этот крюк. Тебя сняли? Меня повесили. Меня сейчас убьет. У меня чуть-чуть времени. Сейчас я нашла этот самый. Так. А когда тотем ломают, они это видят? Не знаю. По-моему, нет. А мы тотемы, они не видят и это самое. Тебя надо лечить или потом? Да. Лечи. Вон он носится. Мы сейчас вон тот левый генератор починим. Попробуем. Ой, все. Какой? Не беги. Я там нашла один наверху, который на доме. А, вон вижу. Блин, он где-то тут. Да, вон он. А вороны палят-то? Наверное. Да ёбая! Я сейчас дочиню тут генеш. Рядом, где крюком нас вешал. Вот, тебя же еще не вешали, пусть если повесит, ничего страшного, я тебя сниму. Хорошо, ой. Надежно спрятался.
Ну да, недалеко мне до крюка. Остался один. Там есть один наверху в доме. Да он вот прям здесь рядом со мной. Виси, сколько висишь. Ну ладно, я и вишу. Я починю, сколько чиню. Чтобы он не думал, что здесь кто-то есть. Я сейчас по воде двигаюсь. Ой, он тут недалеко от меня бегает. Mm-hmm. Вообще недалеко от меня. Да, ой, рядом со мной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отходи. Я отходи? Да, наверное, ты. Потому что он тут где-то рядом был. А вот, вот он прям... Где? Был за забором, но куда-то пропал. Чё, ты чинишь, да? О, спасибо. Нет. Все, меня сняли, если что. О, хорошо. А что это значит крюки? Точнее, не крюки, а такие клешни. Блядь, он где-то... Ай, да ёбаный стыд! Да, да как так-то? Сейчас вода отъедет, по-моему. Наверное, да. Я не лечилась. Да давай пойдем гулять. Блин, да ну что там-то? Пока сопротивляюсь. О, спасибо. Попробую завести. Чё? Собака. А тут рядом прям так, что ли? Ну да. Ну видишь, меня несут где. О, знакомый крюк. Ну я коней двинул, все. Спасибо. Блин. За игру покеда. О, блин, он сюда идет, да? Ну ладно, вы там пока что-нибудь чините. Да ну что такое? Тупо я, конечно, сделала, но... Ну что ж. О! Чувака схватили, может... А! Нихера себе! А как это так? Типа, пока, видать, ты его не спасешь, никакие ворота ты не зайдешь, что ли, или чё? А как это так получилось? Не знаю. Блядь, почему все время все от меня, блядь, зависит? Ну не всегда уж. Ворона ебаная. Ой-ой-ой. А почему на нем музыка как в Астрале? Ну ё. Борис, ты не прав. А? Борис, ты не прав. Борис. О, может ты вырвешься? Не знаю, нет, ну блин! Ну что такое? Ну давай, ищи люк, чувак. Да, да, че, ползать что ли, будет искать? Ну да. Оо. Бывали мы тут. Да. О, я с тёткой. У меня карта есть. А чё, Лёха подбитый? Вы рядом? Почему подбитый? А, не знаю. Подлечите меня, это навык такой. Да, так. Я не могу подлечить. Я чиню генератор, я не знаю, где вы. У меня нет, что подлечить. У тебя аптеки. А, ну ладно, нет, так нет. Так, смотри, короче. Карту видишь? Давай еще раз. Вон, видишь, где генератор? Ближайший. Да, вижу. Вот туда пойдем. А здесь уже что-то чинят. Ой, я вижу вас. Что за странные звуки? Он бежит где-то. Опять, блядь, этот с ножами, походу.
Да ёб ты заебёшь, бляха-муха. Да блядь, ну отстань. Ох, блядь, ты последнюю шишку успел, ёпта. Ты от меня отстал? Блядь, ну... Это опять походу тот же. Потому что в том же костюме. Ну, если ты кидался ножами, то... И кидался ножами. Ну, в смысле, маньяк тот же и в том же костюме, я имею в виду. Может, тот же чувак. А, вообще тот же. Блин, ну чуть-чуть не осталось до крюка. Ну, у меня там уже... Хера себе вы два генератора завели. Не, мы один завели. Кто-то еще, да, та баба, видимо, дозавела пока. Пока я тут бегала. И, видать, она меня бежит спасать. Ага. Спасибо. Че? Там сзади нас еще один генератор. Блять, опять он. Да ёб твою мать, ну сука, ну хватит! Блять, ты заебешь, а? Пистос какой-то. Почему он за мной ходит? Хватит меня трогать. И чё ты стоишь? Ну, чините, пока я тут катаюсь. Вон там, Лёх, ещё один. Я даже полечиться не успела. Ну почему мне так везет? Она опять за мной бежит. Чувак здесь. Спасибочки. Бежим. Большое. Бежите. Да чини давай, чини, я полечусь. Так, человек кто меня поднимет? Он ушел? Да первый знает, он к тебе пошел, Коля. А, нет, он прям тут стоит. Сейчас к тебе, походу, баба пошла тебя спасать. Тебе идет. Идет к тебе прям, Коль. А, вижу. Ну, он тут бегает по кругу, он не знает. Он тебя увидел. Увидел? Да. Я ж, блядь, присевший. Ой, я вас вижу, не беги в эту сторону. Или ну, это баба? Ну, присевший. Это, значит, надо где-то там, блядь, ныкаться, а не вот этой херней страдать. Не ползти, блядь, в поле гуськом. Все. Побольше перепрыгивай. Понятно. Леха, я сейчас до тебя добегу. Меня уже спасли. А, ну ладно. А где вы чинили? Он там подломал маленько. Блядь, опять ты, да ёб твою мать, он теперь за мной бегает. Хорошо, ведите его там куда-нибудь. Сейчас починим один движок так, остался. Так, я вас вижу. Куда мне бежать-то? Как ты задрал-то, а? Чините? Вам много осталось еще? Я пока где не он? Чиню ничего. Мне он не отстал. Чуть больше половины. Я думаю, там баба быстрее сейчас починит. Коляновскую шапку вижу. Я сел посреди поля. Ой, он кого-то... Блин, в меня кидает. А ты тот чинил, который мы чинили? Нет, другой. Я попробую его починить. А вон, убегаешь, походу. Я пытаюсь. Я его чиню. Блин. Вот думаю, где тут есть эти сейчас, самые... Сейчас, чуть-чуть осталось. Давай. Все. Да? Все. Ага, я открываю. Открывай. Да, блин. Походу, я не уйду. Я сейчас постараюсь тебя спасти. Да, нет. Нереально. Можете ему там подсветить глаз в жопу? Мне рядом пробежаться. Но он меня вот на этот круг вешает, и все, я, по-моему, сразу отъезжаю. Да, блядь! Я отъехал. Пока. У меня все вылетело. Очень странно. У меня вообще все закрылось. Типа и Дискорд. У меня все.
все вернулось, пиздос, и он меня убил. Конечно, естественно, блядь. Я не знаю. Это, видимо, чтобы я не выиграла. Может, не закрылось, свернулось, может, свернулось. Нет, у меня все закрылось, у меня все было закрыто. Ну, пиздос. Что-то хуйня какая-то, как-то игра может закрыться, блядь, не закрыться. У меня не только игра закрылась, у меня еще все закрылось. Дискорд и Sony Vegas, типа, показывал, что все закрыто. О, а тут о, полицейский участок Ракуси. Или были? Бля, вот тут полная жопа. Я не был, но Лёха был. О, Лёха. Влад, твоя вторая любимая херня. Что там? Призрак. Понятно. Певичка. А, Крикунья. Ну как, Крикунья, она поет песенки. Давай как отсюда уйти. Ой, я вижу, баба бежит. О, прикольно, шкафы по этим шкафам этот, Леон Кеннеди, блядь, двигал их. В игре. Прикольно. Прикольно. Ну, бляха-муха, ты зачем сюда пришла, ёб твою мать? Баба, ты тупая, сука! Я сныкалась, блин, в шкафу. А она приперлась сюда. А, блядь. Понятно. Ну чё, меня... Первую вытащили, она убежала. Все, я последний раз играю. Какая-то херня. Мне сегодня не везет. А, это какая-то охотница. Алло, баба, может, меня спасешь? Нет? Было бы неплохо, раз ты меня выдала из шкафа. Вот она, да. Мразь такая. Алло. Блин, что с семьёй? А я в шкафе спрятался. Если один тотем. Раскидаю. Сейчас я иду вот. Да уже вот она пришла. К тебе? Ну, уже, да, сняла. Спасибо. А, баба другая пришла? Да. Я что, подумал, она к тебе пришла? Ну как там к тебе пришла, если я вот здесь? А у меня есть навык, я вижу свои следы. Ладно. Она идет. Я спряталась. В вашу сторону. Я в шкафу опять сижу. Только попробуй шкаф проверить. Давай, иди. Нет, у меня тут. А, она у вас где-то? Да, она около моего шкафа опять бегает. Шкафы, блядь, не трогай. Уходи. Фух, ты тоже в шкафу сижу? А ты на втором этаже? Я не знаю, я... Я еще отсюда никуда почти не уходила. Блин, ты уйдешь? Нет. Пивунья. Блядь, она прям как будто вот в ухо мне поет. Ну да. Ладно, хуй с тобой. Сейчас по-любому только выйду и... Лёху обогнул. Блядь! Да отъебись ты. Бля, вот я... Сука, я сидел в шкафу, сидел, блядь. И только выйду, вышел, а она мимо бежит, блядь. Да а я сломал, тут делаешь. Да, полицейский участок Raccoon City, конечно, красивый, прям как в игре, но это пиздец. Бля, это что такое? Да, ладно, беги. Пиздос, я только специально спустилась вниз. Идет в твою сторону, Влада. Ну, скорее всего, в твою сторону. Сейчас, походу, она меня спалит. Блин, зачем я сюда пришла? Надо было убежать. А ты в шкафу? Нет, я в толчке стою. Я вообще не понимаю, где она. Меня спасет кто-нибудь? Да, виси. Висю. Ой, она рядом, блин, где-то. Бля. Ты на втором этаже висишь? Нет, во, я прям в холле в самом углу. Я иду к тебе. Тебя полечить? Ну, можно, да. Может, банан.
Ой, я сейчас у нее вырвусь. Потому что в Ракун Сити она не знает, где есть крюки. А где же крюк? Ой-ой-ой. А где же? Ой, какая ты злая. Блять, опять она ходит около меня, сука, что тебе надо? Шкафы мои. Уйди отсюда! Иди сюда, иди, иди, иди. Ты специально тут бегаешь? Ебанутая. Ой, да елки-палки. Ну здесь-то есть крюк посередине, никто не сломал, да? Я сломал посередине. Смотри, сейчас я опять вырвусь. Бля, он починился. Да как так-то? Блин. Вот прям только что, прям на глазах у меня починился. Лёха, я рядом. Ты рядом, да? Я все это время прятался на улицу. Сейчас она уйдет подальше. Блядь! Все, это точно не мой день. Так, я забыл, что у меня фонарик есть. Пойдем за мной. Блин, она где-то тут рядом, да? Да, похоже на то. Вон она бегает по первому этажу. Что, в смысле, ни одного гения? Она за мной ходит. Ой, соснула. Бедняга. Вы где? Вы на первом? Я тут. Я на втором. Ой, я вижу, привет. Бля, не знаю. А, вот в этой комнате, в этой комнате. Меня опять грохнули. А, вот он. У меня минимально шансов. Кусайте. Ну вы чё, это ты сломал? Нет. Блять! С вами каши не сваришь. Я в шкафу. Сейчас я двигаюсь. За тобой идут камни. Бля, как прям не бегу. Пиздос, я вышла из шкафа прям ей навстречу. Ебать его в сраку. Оля, меня беги, меня снимешь, да и все. Как тебе пробраться? А, вон. Прыгай вниз через перила. Тут тупик! Да, я сломаю. Мои, опа, все. Вот этот дочиним давай. Ни одного не починили еще. Да я и говорю, да. Она здесь, бля. Ну, короче, мы не переживай. Ты че, охуела? А-а-а! Нихера себе! Ну, ладно, ладно. Ничего страшного, все хорошо. Все хорошо. Подождем, пока крюк установится. А он установился уже? Не знаю. Издевается над нами. Он не знает, что делать. Все нормально. Здесь один крюк, а второй крюк очень далеко на втором этаже за ним. Не дойти не успеет. Вот сейчас она тебя повесит. И я отъеду. До свидания, пацаны. Да ладно. Да. А ты какой раз вешаешься? Ну, меня просто долго спасали первый раз, поэтому. И поэтому все. Бля. Все, ладно, я тоже. Да. Вы тоже все? Ну, фиг знает. Вероятно, она меня донесет. А нет, донесет. Скотина. Ну, а все, баба я тоже что там делает? О, молодец, генератор починил. И что теперь, поможет нам это? Давай, давай, бегай там. Я хз, ну здесь просто как-то неудачно мы это собрались. Ну да. Потому что на этой карте, где убийца вообще нереально. А в подвале был кто-то из вас? Тут еще и подвал. Нет. А нет, тут нет, есть нет. Подвал, прикинь, вот, блин, и фишка в том, что вот подвал, блин, хер зайдешь, хер из него выйдешь, и там три, по-моему, двигателя. Еще там есть, вот где мы с Коляном, это, умерли-бумерли, а есть такая же в противоположном месте. Туда как тоже есть? Фиг пройдешь, и там тоже двигатель стоит. А тут зомби тоже есть. И зомби там есть, да, по-моему, нам. Какие-то. Назад надо смотреть маленько. Кому, мне? Да нет, да ты так ползаешь. Этой. Да она какая-то вообще, что-то я не знаю. Что хуже, напиш... чем я. Напишите ей, удали игру. Да ладно уж. Блин, убейте меня уже, пожалуйста. Ну, блядь, я заколебалась. Убейте меня.
Не, прикольно, карту прям они то ли срисовали ее так, то ли что. Ну прям как старого Resident Evil ремейка, естественно. Прям раз в раз все сделано. Бля, она что-то бегает вокруг этой бабы, хуйню страдает. Ну поприседай еще. Я говорю, она не так уж все и... Хорошо. Не, ну типа он говорит, что этим маньякам типа... В этой карте очень сложно. Но я этой бабой не играл, она как бы значится как легкая, по-моему, для игры, поэтому... А ты много играл? Чё, я повесили, нет? Ой, я скоро... Нет, она хуйню страдает, блядь. Я скоро отъеду. Ходит рядом с ней, что-то там молотком, топором машет, берет ее, броняет ее. Ну я говорю, издевается. Все. Я сдохла, да. А как так издыхаешь? Просто от времени? Ну типа да, со временем меньше и меньше. Ну-ка, что она там делает? Можно выйти. Последнюю карточку. Она даже не вырывается. Пиздец, она просто с ней ходит по карте. Короче, ясно. Хуета. Ты что так... О! Поняли. Что поняли? Все поняли? Чувствую болото. О, вижу генератор. А я вижу воду, по-моему. Наверное, я иду в сторону генератора. Какой-то опытный убийца у нас, судя по этим. По бейджикам. Тем бейджикам. Там 50 разные. На крюке сбоку висят, а у тебя на поясе. Так, нам чуть-чуть осталось. Е. Один готов. О, вон и вижу еще один. И еще один. Что это, блядь, было? Что было? У меня метка. Владу что-то как пометили. Угу. Наверное, ступил на что-то. Ай, блядь, нет! Ой, с нами крик. Ага. Тихий убийца. Угу. Блядь. Он побежал в сторону того, кто генератор завел. Рядом со мной. О, кто-то еще один генератор чинит. Я. Еще один починили. Там починили, вот я про него говорю. Вы все, что ли, генератор чините? Алло, вы че? Алло, вы че, механики, что ли? А меня никто не спасет. А, вон кто-то идет, походу, спасать меня. Да-да-да-да-да. А, это Леха? О, спасибо. Рефлексы заебашили. Угу. Лечись. Все. Лечись. Лечулись. Блять, он... Вон он идет. Заебись мимо меня... Нет, не прошел мимо меня, сука. Че, он тебя поймал? Сейчас поймает. Ты думаешь, он тебя пошел? Блядь! Блядь, он мимо тебя, Паш, побежал. Бля. А где чувак? Какой чувак? А вон, который висит. Да сколько можно-то, ёб твою мать, ты отъебёшься от меня, нет? Давайте вместе побегаем. Я чувака найду, сниму сейчас. Не, ну серьезно, блядь, ты отстанешь я. Сколько можно, ёб твою мать. Да серьезно, отъебись от меня. Товарищ, блядь, старший, сука, не отъебался, да смотри, что делает. Бегу, бегу. Там был почти дочиненный генератор у меня в кустах. Я вот какой-то нашла, но он не чиненный. Сейчас Лехи навалит. Бля, он такой приебистый, я от него бежал. Mm-hmm. Уже все, блядь, все поддоны на него уронил, блядь, все что мог. Гад. Он, ну, просто тебя, он просто схватил тебя, такой, иди сюда. Даже резать не стал. Там баба спасает или что? Вы видите, что он делает? Не, пока никто не спасает. Не, она чинит. А ты идешь, видимо. Нет, она идет. А, вы обе сидите, короче. И к вам пошли, кстати говоря, в вашу сторону. Да, понятное дело, я видела. Прямо, а ты идешь навстречу ему, либо ты, либо она, я не знаю кто. Из вас идет.
А теперь? А теперь я его не вижу, но ты уйдешь в другую сторону. От той стороны, куда он бежал. А где он сейчас, я не знаю, я не вижу. У меня перышко там фиолетовое на 3 прокачанное, бля. И все равно он без меня не отъебался от меня, мудак, бля. Эх, первая фаза прошла. Сука, спалила. Вся. Он спалил тебя? Он бежит за тобой. Я вижу, я слышу. Бля. Бляха-муха. Бля, я думал, я куда иду, там, там Колян висит, я к тебе. Короче, а баба нас не собирается, видимо, спасать, поэтому давайте убирать, пусть она наиграет дальше. А я ее спасла, блин. Надо было ее не спасать, значит. Ну все, я тоже это, сейчас отъеду, походу. Колян, к тебе идут, держись. О. Всех спасет, что ли? О, ты чё? Ты чё, блядь? Ты чё, псина? Ой, спасибо. Недолго я, блядь, песенки плясал. О, всё, пиздец. Он идет к вам, он идет к вам, беги, Лёх, беги, Лёх, он к тебе прям идет. Куда? Я в шкафу, пусть идет. Ну, хорошо. Шкаф это тоже. Я надеюсь, не тут рядом со мной. Ну, блять, он идет сам ко мне. О, а. Блин, бежим! Да ты серьезно? Я не специально. Короче, не дочиним мы ничего, походу. Блять! А ты опять так все хорошо начиналось, а? Ну что такое? Ну почему опять? Ну, короче, все, я полетела. Че, ты тоже коней двинул, да? Почему тоже? А, Колян живой еще. Да. Я взял ключ. О, она чинит. Бесполезно. Бля, что так? Ключик сам по себе ничего не дает. Понятно, ладно. А что за ключик? Какой-то фиолетовый ключик, все, я тоже полетел. Ну, у нее осталось чуть-чуть дочинить. Бля, вот он замолал, он прям так просто, вот прям ац, и все. Я даже не слышу, не вижу, ничего, вообще ничего. Потому что да. Аж блядь, скримак какой-то, в принципе. Все, она один путь. А, ну вы слышали. Давайте, может, у вас все получится. Чё она стоит? Просто вот, блин. Да, блин! Пошли кататься. Ни звука, ничего, блин. А, да, я тебе да. Просто жесть. Давай. Не успеть. Давай, займись! Он такой, опять, блин. Да, а что она стоит, больной, блин, за камнями? Беги к ней к камням, чтобы она не стояла просто так. Блядь, я ни одной этой как назвал. Что такое? Да бля, чего стоит? Вперед не успеешь точно. Ну да, здесь вон круг. Это там я сломал, а здесь-то нет. Победа. Она походу ждет этот люк. Да походу, да, она что-то ныкается. Блин, там осталось пару, прям вот один. Все, побежала искать. Надо. Ты чинишь, ты понимаешь, что только Лёшу видно, надо починить. Балда. Чё, балда? Ладно, чё. Спать, пойдёмте. Чё, я хочу досмотреть, чем закончится. Она всё от него бегает. О, он рядом прям. О, не заметил. Капец, он при рядом с ней прошел и не заметил.
Хз, хз. Она открывает ворота. О, пизда! Нашел? Да. Ну все, схватил. Чуть-чуть не осталось открыть ворота. На крюк повесили все. Так, свой, иди не бросал. Всем пока.